А перед началом этого видео я хотел бы порекомендовать вам новый очень классный канал на YouTube, канал Дэвид Колфер. Ну и в принципе он сам вам расскажет о своем канале. Всем привет, меня зовут Дэвид Колфер, я двукратный чемпион международного форума иллюзионистов, а также резидент шоу «Лучшие иллюзионисты России». И у меня есть свой канал, на котором вы узнаете о жанрах иллюзионизма, философии фокусников. Сможете насладиться прекрасными выпусками с уличной магией, а для особых ценителей я приготовил 5 обучений нестандартным фокусам. Интересно? Тогда, как говорится, Just do it! Подпишись! Ссылка в описании. Да, ребят, перейдите по ссылочке в описании, подпишитесь, поддержите, можете посмотреть видосики, поставить лайки. Ну и перейдите в комменты и напишите то, что пришли от меня. Ну а мы переходим к демонстрации фокуса. Сейчас возьми одну любую карту из колоды, какая нравится, запомни ее, покажи ее в камеру. И давай уберем ее куда-нибудь в центр колоды. Вот так, накроем, подровняем. Все, я ее никак не поддержу, но если я щелкну, одна карта в колоде проявит себя. Как ты видишь, у нас одна карта появилась, красная, в отличие от всей остальной колоды. Ты помнишь свою карту? Да. Называй ее вслух. Валет черви. Валет черви. И это именно валет черви. Ну, давай пробуем еще раз, может, это случайность. Валет черви у нас пойдет вот сюда. Хотя, давай положим его вот сюда и накрою его просто рукой. И сейчас скажи мне стоп на любой карте, где захочешь. Стоп. Здесь. Да. Запомни эту карту. Угу. Покажем ее также в камеру. Также я покажу тебе то, что она... синей рубашкой, самая обычная. Накроем, щелкнем. И по идее она тоже должна проявить себя, то есть должна стать красной. Давай ее найдем. Ты помнишь, да, эту карту? Да, да. Так, странно, может, карты слиплись немножко. Давай прям по одной. Вроде нету, да, красной карты. Ну, у тебя одна карта под рукой. Просто открой, посмотри, что это за карта. Дама пик. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Нера Янг. Сегодня у нас будет классический, офигенный, эффектный фокус с картами под названием Хамелеон, или как он называется, самый лучший фокус в мире. Это его классическое название. Ну и я, в принципе, с этим названием согласен. Да, я знаю, многие из вас в курсе про этот фокус, уже его давным-давно выучили, но все-таки очень много новичков на канале, а это один из, наверное, самых крутых фокусов, и поэтому, я думаю, стоит его переснять и обучить. Я еще 3 или 4 года назад выпускал обучение на этот фокус. Ну и, разумеется, поставьте лайк, и подобных видео будет больше. Ну и также, если вы впервые здесь, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Разумеется, для показа этого, да и в принципе любого фокуса с картами, вам нужна качественная колода карт. Такую колоду можно найти в магазине 54cards.ru. Там есть огромный выбор карт, но сейчас кризис, и все хотят себе недорогую, но при этом дизайнерскую колоду карт. И там есть огромный выбор. Там есть и Bicycle House Blend, и Bicycle Guardians, и Bicycle Tragic Royalty, и Bicycle Unicorn. В общем, вы точно найдете себе колоду по вашему вкусу, но от меня вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку. Ссылка на магазин будет в описании, там же будет и промокод, переходите. Ну а мы переходим к обучению на фокус Хамелеон. Итак, в этом фокусе вы используете абсолютно любую колоду карт. Я, например, буду использовать синюю колоду Талихоу, и это самая обыкновенная колода. Смотрите, из этой колоды нам нужно будет выбрать одну любую карту. Давайте возьмем, например, даму пик. Просто берем ее и вытаскиваем из этой колоды. Также, помимо колоды, нам понадобится одна карта, у которой отличается цвет рубашки. Это также должна быть дама пик. Возьмите эту карту и колоду. И для начала возьмите даму пик из основной колоды и положите ее под низ. После этого возьмите даму пик с отличающейся рубашкой и положите также под низ, вот таким вот образом. И после этого нам нужно дать зрителю выбрать карту. Он выбирает абсолютно любую, запоминает, например, это 8 буби. И мы кладем ее наверх, и теперь нам нужно подснять колоду следующим образом. Просто берем часть колоды и накрываем вот так. Таким образом, наша отличающаяся карта будет сразу перед картой зрителя. То есть, смотрите, у нас получится две вот такие вот стопочки. Здесь у нас находится дама пик с отличающейся рубашкой, а дальше сразу же карта зрителя. Далее нам нужно будет сделать двойной подъем. Сделать его очень-очень просто. Вам нужно поставить мизинец под две верхние карты. То есть мы ставим вот такой вот брейк,
У нас есть две карты, под ними находится мизинец. Теперь мы можем перевернуть эти две карты как одну, сделав иллюзию, что это верхняя карта, да еще и с красной рубашкой. То есть зритель будет думать, что его карта теперь с красной рубашкой. Соответственно, мы вот так переворачиваем, убираем в сторону. Нам она пока что не нужна, здесь, соответственно, другая карта. И вот это накрываем просто вот таким вот образом. Далее нам нужно навязать зрителю нижнюю карту даму пик. Здесь большой, здесь указательный, здесь средний. И точно таким же хватом мы снимаем вот так верхнюю часть колоды. Таким образом, где бы зритель стоп не искал, он все равно попадет на даму пик. Он говорит стоп, запоминает даму пик. Мы убираем ее в середину. После этого делаем вид, что пытаемся найти ее в колоде. Она тоже будет красная, но, соответственно, ничего не находим. Потому что среди этих карт нет красной карты. И у нас есть лишь одна карта слева, и это дама пик. Я надеюсь, вам понравилось это видео, понравился сам фокус. Если это так, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и оставьте мнение в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был Нейро Янг. Всем удачи, всем пока.